як опустити екран GPS-навігатора, не имея пульта дистанционного управления. Навигация штатная Volvo V50, 2010 год. Она устаревшая. Для того, чтобы поставить более обновленную, можно поставить только у дилеров Volvo. Это очень дорого для машины этого года. Для того, чтобы она не мешала в дороге, можно ее просто выключать. Включаем зажигание. Так, включили. Джойстик вот под рулем находится. Так, он вышел. Volvo. Нажимаем кнопочку. Раз. Так, раз, два, три. Оп, не успел. Так бывает. Да, так бывает. Ну, надо дойти до зеленого кружка и потом сделать вот так. Оп, и все. Сейчас уже экран не опустится. Вот, открывается. Знак Volvo, нажимаем. Вот. Сюда. Раз, два. И потом в бок. Оп. Все. Экран закрылся. Кому-то видео поможет. Если кто-то, зная более легкий способ закрыть экран, пишите в комментах.